Сегодня на посяджении Гомельского гарвыканкама обмерковали выполнение держпрограммы «Здоровье народа и демографичная безопека». Выники подводили за 9 месяцев года. Акцент сделан на необходимости узмоцнить профилактичную работу. У сравнении с аналогичным минулогодним периодом означается натуральное изменение населения. Снизилась народжальность и повеличилась смертность, у тем лику людей у працездольном возрасте. У тройку основных причин вошли хворобы системы кровозвороту, новоутворение, травмы и иншие внешние факторы. С этой нагоды у поликлиниках Гомеля укореняются в узконакированные скрининговые программы, а на предприемствах уводятся позаплановые медицинские огляды и доследование. Поскольку мы видим, что от болезни системы кровообращения и, в частности, от ее осложнения, это ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, который мы все знаем, да, и инсульт, это вот те осложнения, страшные осложнения, артериальные гипертензии не лечены. Поэтому в работе с трудовыми коллективами мы сегодня ставим акцент именно на работу раннего выявления артериальной гипертензии. Улик установчих демографичных тенденций снижение дитячей смертности, означены добрый уровень взаимодействия, система эдукации, оховы здоровья субъектами профилактики.